Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score the contest 49-46 for the winner by unanimous decision and new undisputed UFC flyweight champion of the world, Valentina Bullet Shevchenko. Я стою рядом с победителем и новой чемпионкой Валентиной Шевченко. Ты невероятно долго ждала момента, когда услышишь эти слова. Наконец-то ты их услышала. Что ты чувствуешь, завладев поясом UFC? Знаешь, Джо, ты прав, я очень долго шла к этому. Эти волшебные слова я действительно давно хотела услышать. И я хочу разделить этот момент со своей сестрой Антониной. Я хочу, чтобы она сейчас стояла рядом, потому что это... это не только моя заслуга, это результат работы всей нашей команды. Моего тренера Павла Федотова, менеджера Роджера, моего спарринг-партнера, точнее одного из них, Робби Чау. Он тоже здесь. Я хочу поблагодарить абсолютно каждого, кто стал частью этого потрясающего пути к титулу. Также я хочу, конечно, поблагодарить людей, которые поддерживают меня по всему миру. И в частности, Киргизстану, России и Перу. Ты очень хорошо проявляла себя в весовой в 135 фунтов, но в действительности это твой натуральный вес. Как ты себя чувствовала, выступая в родной весовой и отбившись 5 раундов против настолько сильной оппонентки, как Йоанна? Знаете, я очень счастлива, что взяла этот пояс именно в поединке с Йоанной, потому что она настоящий профессионал. И мне не пришлось беспокоиться о том, выйдет она на бой или не выйдет она на бой, потому что я знала, что она будет там, ведь она невероятно ответственная. И думаю, это... был лучший вариант для меня завоевать титул против такой оппонентки, чем против кого бы то ни было еще. Твоя техника была феноменальна сегодня, безупречное выступление. Поздравляем тебя с победой и добро пожаловать в список чемпионов. Quiero decir muchas gracias a todos mis fanatos de toda Latinoamérica, que me están apoyando y que me siguen. Los quiero mucho. И также хочу передать большой привет своему родному Кыргызстану, всей России и всем болельщикам из стран СНГ. Спасибо, что меня поддерживаете. Новая чемпионка в наилегчайшем весе, леди и джентльмены, Валентина Шевченко.